Доброго времени суток всем хорошим людям. Зовут меня Андрей Ермолкевич. Приветствую вас в своей маленькой мастерской на балконе. Появился у меня вот такой вот шаблон, направляющий для косого шурупа от CMT. Это говоря, казус вышел, заказывал я комплект. Там, значит, прижим еще входит, сверло, ограничитель, шурупов несколько. Ну, в общем, привезли вот только сам вот этот шаблон. Но есть у меня сверло, тут 9,5 мм от вольфкрафтовской приспособы. Как бы ограничитель есть. Ну, буду делать прижим. Из обрезков букового щита склеил я две заготовочки. Одна пойдет под ручку прижима, другая под его пятку. В торце болта надо мне просверлить отверстие под резьбу четверочку. Ну, можно это дрелью сделать. У меня станок есть токарный. Поэтому на нем сделаю. Ну вот, в общем-то, механическая часть прижима. Болт на 10, две шайбочки, гаечка, и сюда винт шайбой прикручен. Для того, чтобы проточить ручку для прижима и пятку, надо мне одна приспособа по типу винтового прижима. Ну вот сейчас и сделаю ее. Рассверлил с обратной стороны вот небольшое углубление сверлом Фёснера. 11 мм чуть-чуть просверлил, чтобы вошла вот такая вот мебельная гайка, и забил ее. Установил я на шпиндель планшайбу вот с этой вот закрепленной вставочкой. Ну и болтом на 10 притянул к ней заготовку из бука.
выбрал я внутри ручки фигуру, похожую на шестигранник с тамеской. Значит, на жидкие гвозди туда болт посадил, ну и поджал гаечкой, пускай сохнет. В обрезке 20-й доски просверлил я отверстие, вбил туда мебельную гаечку. Вот такой вот отрезал уголок. Значит, в нем просверлил отверстие, чтобы на шурупах держался. Ну, сейчас соберу конструкцию. Ну, вот, в общем-то, конструкция в сборе. Куску ДСП я прикрутил и направляющую от ЦМТшную, и свой упор. Работать это будет так, что сюда вставляется доска, поджимается. Ну и вот тут вот, через вот эти вот направляющие, делаются отверстия под косой шуруп. Конечно, что хочу сказать, все это можно было сделать гораздо проще. Как бы насверлив заготовок, что под ручку, что под этим, и как бы кольцевыми пилами, или еще как-то сделать. Но поскольку купил токарник, надо как-то практиковаться. А я, как по мне, так лучший способ что-то изучить, делать что-то простое, но полезное для себя. Ну, в общем-то, все. Спасибо за просмотр. До свидания.